Юстиция консультирует. Информационно-пропагандистская группа органов юстиции провела правовой всеобуч для представителей управления здравоохранения Карагандинской области. Мирангуль Салкимбаев расскажет подробнее. В ходе проведения встречи информационно-пропагандистская группа подробно осветила деятельность каждого отдела Департамента юстиции. Большое внимание было отведено разъяснению норм законодательства по части регистрации юридических лиц. Особый акцент делался на том, что сегодня государственная регистрация является обязательной процедурой за несвоевременное прохождение, которой предусмотрена административная ответственность. Это мероприятие проводится в рамках послания президента народа Казахстана. Так как орган юстиции является межведомственным координатором по организации правового всеобуча в целом. Кроме того, на встрече рассматривались вопросы об электронном правительстве, сайте e-gov.kz. Как и прежде, услугами интернета может воспользоваться каждый, как физическое, так и юридическое лицо. В завершении работы участники мероприятия отметили, что такие полезные мероприятия нужно проводить как можно чаще. Мирангуль Салкимбаева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.